Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Соединенные Штаты выразили Турции и России свое недовольство ситуацией в Идлибе. Вашингтон дал понять России и Турции, что ему не нравится происходящее на территории Идлиба. Информацию передает РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя Белого дома Роберта О'Брайена. По словам американского политика, Соединенные Штаты не готовы силами своих войск решать проблему, созданную не ими. Ранее президент Турции Таип Эрдоган заявлял о том, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на сирийского президента Башара Асада, чтобы армия Сирии прекратила наступление в Идлибе и до конца февраля отошла от наблюдательных пунктов Турции, пригрозив в обратном случае военным ответом. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.